Всем привет, с вами Доблплей и очередная серия по Anomalous Тюрьмам. Язык свернулся, Anomalous Zone. Не стал долго ждать наш молодой разработчик и решил еще одну обнову забабахать, причем так за короткое время. Ну и давайте же глянем, что на этот раз нам предоставили. Вроде как уже написано, расписано, что у нас тут будет. Кстати, музыка мне прям нравится, прям вообще такая атмосферная. Давайте я чуть потише сделаю, чуточку совсем. Добавили, что у нас тут? Новая аномалия, новые объекты, исправление багов, убийство NPC, что главное, наверное, в этом обновлении, что самое интересное, то, что мы теперь сможем обычных пацанов валить в этой игре. Добавлены новые фичи. Я не знаю, что такое фичи, поэтому, кто знает, напишите в комментариях. Изменен текст в титрах. Вот это, кстати, да, мы сейчас будем с вами смотреть. Там вроде кое-что мне пообещал Димон. Но я уже буду произносить его имя, потому что он под предыдущим видео оставил свой комментарий. Это наш, ну, разработчик. Добавлено обучение в начале игры. Вот это тоже, кстати, интересный момент. Сейчас посмотрим, что, чему нас обучат. Небольшая оптимизация, понятно, удален лишний код, что за лишний код, тоже не шарю. Некоторые объекты перемещены в другое место. Система поиска артефактов. Ага, тут еще какие-то артефакты будут. Интересно, давайте в первую очередь с вами зайдем в титры. О, как он мне обещал, он мне отметил, видите, теперь я вот попал в историю игры. Теперь вот видите, самый нижний, вот Devil May Cry, у нас есть обзор. Разработчик Дима Тебереков. Геймдизайн Саша Камойлов. Значит, все-таки он не один занимается игрой, так скажем. Да, не один, у нас их двое. Еще и сам Саша Камойлов, это геймдизайнер. Допустим. Ну что, продолжить я нажимать не буду. Настройки пока я так понял, еще нет. Новая игра. Кстати, ссылку на это обновление обязательно оставлю в описании. Поэтому, кого интересует, загляните туда. Получит то, что надо. И, кстати, он мне написал, что вроде как, или он, или в комментариях написали, не помню. Написали, чтобы сам взаимодействовать с пацанами, надо просто подойти и нажать на кнопку удара, что ли, да? Ну, просто если мы сейчас будем нажимать на кнопку удара, то мы же будем убивать, да, наших этих. А ну. Или, наверное, надо убрать сначала оружие, а потом уже нажимать, да, на кнопку выстрела. А, ну тут, в принципе, с этим пацаном мы, в принципе, не можем разговаривать. Вроде как, да, вроде как здания по-другому теперь стоят, да? Чуть-чуть, немножко по-другому. Здорово, меченый, рад тебя видеть. А, не, видите, даже где говорить не написано. А если вот так, то оружие. А если... А что это такое? Что это за штучка такая? Что это за желтая штучка? Это типа диалог, да, наверное, или что это? Нет, диалог работает только когда у нас вообще, в принципе, нет ничего. А, ну вот в этой штуке, где вот у нас оружие, не оружие. Что это за желтая штучка с синей кнопкой такой, да, вы, когда кнопка какая-то синяя. Дождик капает, такое все, конечно. Диалог, так скажем. А стрелок очень модный штрих. Нашел путь к центру и пропал. Типа его шуточки сталкеровские, да, у нас пошли тут. Так. А вот этих сидячих тоже, да, можем убить, да, с вами, по идее. А если мы их тронем, нас не нападут все подряд? И тут пока это не работает. Давайте пырнем. Все. Завалили. Устраиваем геноцид, да, в нашем лагере. Да, было бы прикольно, конечно, чтобы если кто-то, ну, остальные могли как-то отреагировать, там, нападать на нас. Но это, я думаю, что Димон у нас сделает следующий, да, обнове, как минимум. Если не через обнову. Так, у нас тут вроде как... Так, что у нас еще? Что мы еще? Добавим какие-то фичи, исправляем... А, обучение, да, у нас есть. А где у нас обучение? Что-то я не вижу обучения пока что, на самом деле. Кому подойти, у кого обучаться. Ну, как всегда, конечно, да, я аж так и не додумаюсь, не догадаюсь, и серия вот так и пройдет. Так, ну просто вот этот чувак, да, вот этот чувак, просто с нами общается, да, я так понял. А, он, кстати, перестал с нами разговаривать. Ага, то есть как-то все-таки они реагируют на нас, да? Или я что-то неправильно делаю? Что вполне вероятно.
Да, видите, говорить пропало. Ну, так хотя бы реагирует на самом деле. Так, выходит, мы убили обычных чуваков, да? И теперь с нами никто не хочет разговаривать. Походу, надо перезайти в игру. Давайте хотя бы посмотрим на того кабанчика, да, что бегает по полю. Или что там за существо там? Чудо-юдо. На самом деле тематика такая прикольная, да, но неплохо, неплохой хоррор бы получился бы с этой игры. На самом-то деле. Так, что-то я не вижу никакого мутанта тут бегающего. Так, что же еще? Система поиска артефактов. Блин, интересно. Конечно, расписано, но пока что я даже и догадываться не могу, где это что может происходить. Так, давайте на всякий случай нет. Выход из игры, новая игра. Давайте по новой. А, во. Понял. Сейчас. Так, нажмите, чтобы сменить оружие. ПДА, болт, фонарик. А, здесь фонарик еще есть. Кнопка стрельбы, диалога и инвентарь. А, вот это у нас обучение. Все, понятно, все. Это мы тоже с вами разобрались. Аномалия, так понял, все еще так и не видно, да? Незаметно у нас. Или как? Или что? Ого, ничего себе, это, наверное, снайперский болт какой-то. Он аж летит и летит, блин, и фиг знает, где его конец. Ну, в принципе, в Эйвсталке, ну, вроде как тоже так работало, сквозь землю проваливалось. Так, тут радиация у нас. Кстати, Дима, напиши, вот это что это такое? Вот это вода, типа, да? Когда в воду идем, какая-то радиоактивная вода или как это? Немножко непонятно на самом деле. Хотелось бы услышать твои комментарии по этому поводу, так скажем. Так, с этим мы никак не можем, да, разговаривать. Кстати, он что-то тут подтупанул, короче, бот. Накажешь его потом за то, что он так застрял. Он вообще пропал. А, не, он прям в забор зашел. Так, куда он звук пропал? Блин, какого-то хрена она тупит сейчас. Не знаю почему, но что-то в последнее время начало само по себе отсоединяться. Ноутбук, поняли, вот этот звук. Я же с телефона передаю звук на ноутбук, и он, короче, начинает просто обрываться какого-то хрена. То ли уже Bluetooth начал накрываться. Нет, там отдельный Bluetooth, да, этот как его. Переносной такой. Флеш Bluetooth. Так, что-то здесь, кто-то здесь ходит. Ну, с ним никак не взаимодействовать. А что если выстрелить по нему? Я просто не вижу нашего зверя. Так, подожди. А я ничего, что я хочу вверх стрелять? Я не понимаю, то ли я как-то неправильно стреляю, то ли не знаю что, но видите, он просто никаким образом не попадает по врагу с пистолета. А вот с ножом все намного лучше. Нож раз чикнул. А, это бессмертный какой-то, да, NPC? Да. Походу бессмертный NPC у нас. Так, что же мы там пропустили? Новая аномалия. У новой аномалии даже, кстати, не нашел. Где же она может быть, эта новая аномалия? Так, давайте пока уберем. Так, рад он меня видеть. Это мы поняли. А ну, если говорить, то одно и то же, да? Я понял. Не, думаю, может, второй раз, если начать разговаривать, то какой-то другой диалог пойдет. Походу нет, пока еще это нет. А где аномалия новая, интересно? Не, ну хоррорец вот, ну, с такой атмосферой вообще суперски получился бы. Че, игра такая есть? Блин, там, короче, чувак, ну тоже пиксельная, да? В офисе, типа.
Я забыл, как называется, то ли Паразайт, Парасайт, чего-то там, не знаю, то ли я что-то путаю. Ну, давно я смотрел обзор на эту игру. О, кстати, тут наш. Интересно, он будет переворачиваться опять? Не знаю, он будет поворачиваться не так. Я думал, это исправлено, но там, конечно же, добавлено. Исправление багов. Это... Пока так. О, с одного удара дохнет, кстати. А, давайте посмотрим, как работает пистолет. А ну, застрелить можем их? Да, можем. Причем по несколько раз можем его убивать. Ну ладно, прикольно. Забавно. На самом деле, ни в коем случае не презираю и не подъебываю, честно. Просто выглядит забавно и все. Вот так, короче, мы сейчас всем тут геноцид устроим. Всех поубиваем. А ну-ка. Не, нормально работает, кстати, да? Пистолет. Подожди. Он что-то не хочет помирать, кстати. Давайте тогда добьем лежачих. Так, этому прям в голову попали. А ну. О. Все, это тоже готов. А этот что у нас, типа, борется с нами, да? А, хотя, видите, красная точка теперь показана на карте. Типа, он по идее, умер. Просто немножко этот, да? Просто немножко живой. Так, может, ножом его чикнем? Ух ты! Он нас убил. Ничего себе. Ну ладно, ребята, это означает что? А это означает, что будем эту серию заканчивать. Ну да, немножко забавно, так скажем, увидели изменения в этой игре. На самом деле не особо много, не спорю. Но тем не менее, чувак старается, видите, уже с NPC можно биться. И в титрах теперь еще и мой ник. Поэтому прожимайте лайки. Давайте дальше поддерживать нашего друга, разработчика. Желаем его успехов и, так скажем, пожелаем скорейших изменений, добавлений в играх. Я, наверное, уже следующую серию буду записывать по этой игре уже более, так скажем, да, обширным, так скажем, обновлением. Потому что, кажется, вот так почти одно и то же, но тоже не вариант. А все-таки, ну, а можете писать комментарии, ваше мнение по этому поводу. Поэтому прожимайте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать вот такие игры и другие, в том числе, хорошие игры. Всем удачи, до следующего видоса, всем пока.